нашій студії Тетяна Гриненко, адвокат. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Будемо розбиратися в цій складній справі, що говорити, тому що дуже багато запитань від глядачів. Отож, з яких підстав можна примусово виселити особу із житла? І якщо можна, я одразу приклад вам зачитаю, що... Розлучилися дві пари, так, і чоловік і дружина мають право на житло, але ніхто не хоче, всі хочуть далі продовжувати проживати в цьому будинку. Що робити? От давайте розбиратись в цьому випадку. Ну, давайте будемо розбиратися, тому що якщо, почнемо з того, жили муж і жена і приобрели квартиру совместно в браке, либо вони взяли її в кредит. На кого-то одного оформлено, другой поручитель, как правило, бывает. Эта квартира может быть являться еще залогом по кредиту. То есть тут вопросы надо выяснять сначала с кредитом, кто будет платить, кто остается проживать, как она будет делиться, как совместно нажитое имущество уже в браке, вот будут ли делить. И если уже стоит вопрос о выселении, потому что как можно принудительно выселить и снять с регистрации. То есть этот процесс у них должен быть пройден. Развелись, разделили имущество, определили, кто будет выплачивать кредит, за кем закрепится сам кредит и квартира. Кому-то часть компенсируется, либо они ее разделят пополам, соответственно, кредит пополам, либо так как вместе выплачивали, вместе приобретали, тоже там есть право на долю жены, потому что у нас все имущество, которое было приобретено в период брака, оно в равных частях может делиться. Вот, поэтому они для начала должны пройти этот этап. Если определились, это что касается квартиры, допустим, с кредитом, или проживания. Либо как молодые дали, может быть, кому-то квартиру, родители, подарили, либо муж приобрел. Тоже вопросов много, то есть была ли она до брака, подарена, является ли она частной собственностью, либо совместной в браке приобретенная. И если уже кто-то остался один проживать, либо есть право у человека выселить, потому что это его частная собственность была до брака, и он хочет выселить либо мужа, либо там жену, вот, он должен что сделать? Обратиться в суд, потому что добровольно человек не выселяется. Для того, чтобы обратиться в суд, ему надо предоставить документы адвокату, чтобы адвокат грамотно составил иск. Почему такое происходит? Во-первых, если эта квартира была приобретена или подарена ему до брака, его частная собственность, он имеет право ею распоряжаться. Вот. А так как человек там проживает, который перестал быть членом его семьи, то есть семья распалась с момента того, как они развелись, и каждый уже должен проживать своей семьей. А, конечно, надо исходить из того, что есть ли у жены, допустим, жилье отдельное, есть ли у них несовершеннолетние дети, вот, есть ли где возможность им дальше проживать. Но в любом случае принудительное выселение и снятие с регистрации происходит на основании решения суда. Только суд может решить, этот вопрос, лишить человека проживать в данном помещении или не, оставить проживать. Было так, что мужчина, когда женится, приводит в свою квартиру, либо в квартиру к своим родителям, женщину, жену уже будучи, рождаются дети, потом он решил развестись, и начинается сложная ситуация, выгоняет жену с детьми. А куда она пойдет? Ты же семью создавал, привел сюда, дети родились, дети проживали. То есть право на проживание суд может оставить, до того момента, пока не вырастут дети. Потому что, куда детям идти, если у мамы другого нет? Если, определяют порядок пользования, Вот у меня в практике было так, что муж с женой жили в квартире родителей мужа. Вот, квартира была приватизирована, мама, папа, сын. Сын женился, привел жену, но он развелся и ушел в другую семью.
А она осталась проживать, потому что ей некуда было идти с детьми. Вот, обратились в суд, это получается ее свекровь бывшая обратилась в суд ее выселить. Суд отказал, потому что он сказал, а куда она пойдет, с детьми привели, создавали семью. Он ушел, определили порядок пользования, в какой квартире она будет проживать. Но поймите, это очень тяжело как бы и морально, еще психологически, и детям, потому что постоянные скандалы, стычки, да. Вот, поэтому люди, конечно, приходят уже потом к тому, что хотя бы найти, где-то снять, чтобы была возможность снять и решить эту проблему. Ще одна ситуація, бувають такі, коли одна особа продає або дарує своє житло іншій особі, або воно в спадщину набувається, так? Однак члени сім'ї колишнього власника продовжують проживати у відчуженому будинку чи квартирі і не бажають її покидати. От як бути в цьому? Так же само, так обращатися в суд, да, доказувати то, що він є власником, тому що власник має право распоряжаться, владеть на свое усмотрение. И так как он приобрел это право, ну, на наследство, стал собственником, а те люди, которые проживали ранее, они уже ну, были прописаны, допустим, когда-то, ну, племянники, там, дети с подкадавцев, да, которые были, и остались проживать. Но либо остались зарегистрированные. Бывает чаще так, что жили, ну, там, бабушка, дедушка, да, да, у них было там несколько детей, там 5-6, они уже живут своей семьей по другим адресам, но остались зарегистрированы. А наследство получает один из детей, вот, а все остальные просто зарегистрированы. Ну вот не хотят. Есть выписываться добровольно. А составляется акт о том, что там никто не проживает, и подается в суд о принудительном снятии с регистрации. Ну а если кто-то проживает, то о принудительном выселении. Потому что только на основании решения суда, я повторюсь, могут происходить выселение человека с занимаемой жилплощади. Вот, потому что у нас очень часто происходит так, что банки, коллекторские фирмы приходят и говорят, это уже нам принадлежит, выселяйтесь. Люди, не зная, да, как бороться, что делать им, они собирают вещи, уходят, как бы сдаются, потому что они не понимают, что если им некуда идти, и есть же такой момент, когда квартиру приобретают, допустим, в банке берут кредит, либо квартира идет в заставу, ну, то есть она у него до этого была, просто он закладывает как в обеспечение, да, кредита, либо квартиру берет в кредит. Тут два момента, если он не может платить, если квартира у него была до этого, он просто взял деньгами, она пошла в заставу, то банк обязан предоставить ему другое жилье после выселения. Это вот у него, да. А вот если квартира покупалась на средства банка, да, банк имеет право без предоставления, но опять-таки через суд. Только через суд. Через суд врахуйте, будь ласка, що не то гляді. До речі, так, ще хотіла спитати, от в ситуації, коли чоловік з дружиною розлучилися і діти от є, якщо жінка все ж поїхала, але вони зареєстровані у тому житлі, чи може чоловік виселити, якось виписати? Смотрите, без відома жінки? Якщо муж з жіною розвелись і діти виїхали, выселились с мамой, а остались зарегистрированы в жилье папы. Конечно, точно так же собирается документация, что дети выехали с мамой, проживают с мамой, спора судебного определения места жительства, если с мамой уже решили, они живут, и папа не спорит, чтобы они проживали с ним, то есть как бы, они проживают там. Вы же не забывайте, у нас недавно тоже ввели изменения по регистрации. Если человек, ну, регистрация места жительства. Человек больше месяца проживает в другом месте, он должен там зарегистрироваться. Если он в течение месяца не зарегистрировался, уже может применен административный штраф. Но только этим никто не занимается, как бы не проверяет. Потому что выехать можно временно, на время учебы, в командировку, на время работы. Вот. Ну, а когда люди выезжают уже, скажем, с места жительства, где они жили, развелись, да, и жена выехала с детьми, вот, на другое место жительства, она должна решить этот вопрос самостоятельно, не доводить до суда. Вот. Конечно, у нас дети несовершеннолетние, малолетние, они должны место регистрации с согласия обоих родителей. Ну, то есть решили, если кто-то против, то тогда уже в судебном порядке. Вот, но выселить, что проживает с мамой, собираются все документы, да,
Вот, і може без відома дітей, без відома дружини виселити. В судебному порядку ви не забувайте, що це все в судебному порядку, да. Тому що, да, якщо добровільно не рішили, не знялись, то тільки в судебному порядку. От щодо часових рамок, якщо при тимчасовій відсутності особи, яка зняла в оренду житла, так, або членів її сім'ї, як довго за ними зберігається житлове приміщення? Я знаю, що там є теж часові рамки в законі. Зберігається за ними житло на протяжении 6 місяців по уважительній причині, якщо чоловік відсутствує. От у нас часто очень обращаются люди помочь выписать членов семьи. Кто-то служит в армии, кто-то в местах заключения находится. Или бывает, уезжает за границу работать долгое время, да, и потом не возвращается. А остаются родители престарелые, которые могли бы оформить субсидию. А это не дает возможности им нормально получать. И оформить все это, потому что проживает одна, а зарегистрировано там 3-4 человека. И вот они обращаются за помощью, чтобы решить этот вопрос. Вот, и подтверждают, документально составляют акты, куда выехал, либо насколько он времени не проживает. То есть полгода он должен отсутствовать, как минимум. Тобто це втрата права користування житловим приміщенням. Только, да, это втрата права користування. Временно, если человек приезжает, он может также возобновить. Я зрозуміла. Отже, хочемо ми виселити будь-кого. Які нам потрібні документи для того, щоб зробити позовну заяву до суду? Давайте покроково. Да? Да. От, хочемо ми виселити колисного власника із житла. От, я придбала будинок і хочу його... Смотрите, разниця собственника или пользователя? Давайте колишнього власника житла. Тот, кто когда-то владел, да, потом продал и не выписался. Я выписываться не хочу. Да. Ну, смотрите, когда заключают договор купли-продажи, нотариус всегда, как он не обязан это делать, но для подстраховки они спрашивают, никто ли там, не зарегистрирован, не остался ли зарегистрирован. Звоните это увагу. Да, должно... квартира должна быть свободна, потому что в договоре даже есть пункт такой, что продавец подтверждает то, что квартира не является ни в залоге, ни в заставе, там, да, что никто не зарегистрирован, не прописан, никаких судебных споров нет. Вот, поэтому ЖЭКа просит предоставить справку, что в квартире никто не зарегистрирован на момент сделки. Вот, поэтому надо быть аккуратными, внимательными, не так... Что вы пришли, и не знаете, что вообще в квартире, кто зарегистрирован или не зарегистрирован. Другое дело, если бывший собственник, я не знаю, может быть, оставил кому-то там завещание. Это завещание было оспорено, человек был там прописанный. Вот. Или оставил одному завещание, а в этой квартире тоже люди остались зарегистрированы, и новый собственник пытается выселить членов семьи. Вот, он составляет, предоставляет документы о наследовании, либо о праве собственности, как он приобрел, кто зарегистрирован из ЖЭКа, проживает или не проживает этот акт. Акт могут составить представители ЖЭКа и заверить. Это может быть участковый прийти, удостовериться, проживает данный гражданин или не проживает. То есть свидетели, подтверждающие соседи актом, что они его не видели более полугода, там время длительное есть. Либо наоборот, проживает, не пускает даже собственника. Бывает так, что люди, получая в наследство жилье, пускают туда квартирантов, допустим. А есть еще один наследник, у которого часть более меньшая, допустим. Вот, но один из собственников не пускает. И получается, и квартиранты живут, которых можно выселить, потому что два собственника, только с согласия двух собственников должны были этот вопрос решить добровольно. Вот. Вопросов очень много, абсолютно. Поэтому надо, конечно, изначально обратиться к адвокату, он подскажет, какие документы предоставить и составить правильно иск, потому что с 15 декабря 2017 года у нас произошли изменения в гражданском процессе, в уголовном процессе, поэтому много требований. Маємо запитання від глядача. Чоловік самовільно вселився до приміщення, так розумію, колишній, з якого був примусово виселений. Як може проходити процедура повторного виселення? Що для цього потрібно робити? Я так розуміла, що виселився, а він не хоче уходити і знову самовільно живе.
Ну, если, я не знаю, в порядке исполнительного производства его выселяли или нет, если в порядке исполнительного производства выселили, составили акт, что он добровольно выселился, вещи все свои вывез, отдал ключи, потому что исполнители должны составлять акт, если у них было такое решение выселить, они выселяют, выносятся вещи, либо он сам выносит. Ну, дается срок сначала на добровольное исполнение. Если добровольного исполнения нету, то в присутствии исполнителя он просит вынести, собрать все вещи, отдать ключи, чтобы не осталось, и выйти. Составляет акт, акт подписан. Каким образом он добровольно туда вселился, я не знаю. Взломал дверь и опять зашел, либо его пригласили в гости, он перестал выходить. Вот. Конечно, можно написать заявление, чтобы возобновили исполнительное производство в связи с тем, что оно не доведено до конца, потому что повторно обращаться с иском я не вижу смысла, ну, потому что решение есть выселить. Если он сегодня вышел и исполнитель ушел, сразу же опять зашел, то есть оно не доведено до конца реально. Может быть, еще какие-то меры предосторожности можно предпринять путем, ну как, ну я не знаю, у нас, конечно, в нашем законодательстве не предусмотрено, чтобы он не приближался к данному дому, да, или к данному жилью. Вот там ближе, чем на 100 метров. Вот, ну, выселение должно пройти действительно реально. Вот, и если он не будет исполнять решение суда, вот его могут за неисполнение решения суда уже привлечь к уголовной ответственности. Я зрозуміла. Дякуємо вам. Тобто підрозуміємо, що все через суд, позов до суду. Всі ми маємо право на житло. І якщо ми виселяємо, це стаття 3, 47 Конституції України, ніхто не може бути примусово позбавлений житла. Так? Житла – это житла, а проживання – это проживання, тому що право собственності і право пользування – це різні речі. На жаль, так, дуже часто плутають і думають, а я тебе зараз виселю і на цьому покінчимо, а треба враховувати всі нюанси. Дякуємо вам щиро, Тетяна Гриненко, адвокат була в нашій ранковій студії. Все детально, логічно і чітко, думаю, що розібралися, але все ж таки варто завжди консультуватися в таких планах з адвокатами.